В Твери на Тверецком мосту улицы Туполева 23-летний водитель «Волги» не справился с управлением, и машина вылетела на встречку, где столкнулась с иномаркой. Пострадали водитель и два пассажира «Волги» и женщина-пассажирка иномарки. Признаков алкогольного опьянения у водителей столкнувшихся машин не обнаружено. Резина у обоих автомобилей шипованная. На кадрах видеозаписи запечатлен момент проникновения злоумышленника на территорию сельхозкооператива и попытка угона техники. Довести преступный умысел до конца угонщику не удалось. В тракторе разрядился аккумулятор. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный житель Торжокского района. В полиции мужчина сообщил, что в день происшествия как следует выпил. Нетрезвым зашел на территорию колхозного автопарка и захотел покататься на тракторе, но завести его не смог. Возбуждено уголовное дело. По делу ведется дознание. С 4 по 8 декабря в прокуратуре Тверской области пройдет горячая линия по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В прокуратуре Тверской области с 4 по 8 декабря организована горячая линия по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Позвонить можно по номерам телефонов 50 60 60, 50 60 68 и 50 60 69 с 9 часов до 13 часов и с 13 часов 45 минут до 18 часов. Поступившая информация будет проверена при наличии оснований принятой меры прокурорского реагирования.